Так, сегодня у нас 26 марта 2021 год. Харьков, 20:31 по Киеву, в Харькове. В общем-то, через 9 минут будет пролетать МКС. Совершенно каким-то чудесным образом. Час назад чистое небо превратилось сплошную пелену облаков. Ну, попытка не пытка. Специально ИСО поставил. Сколько ж там было ИСО-то? Три шестьсот, по-моему. Чтобы было видно, какая облачность. Конечно, никаких шансов снять МКС при таких условиях у нас нет. Вот здесь он должен быть. И час назад я здесь Марс рассматривал. В 256 миллионах километров. А теперь вот такие вот солдатские матрасы ватных облаков с прорехами. Ну и в общем-то пожалуй все, даже Луну через такие вот это сейчас выдержка 1:30. Все равно хорошо. Все равно Луна красавица, даже через облачка. Ой, как засвечено. Ну ладно, сезон начался. В общем-то, это 50-я параллель северной широты. Харьков как раз на этой параллели, и здесь солнечных дней летом гораздо больше, чем зимних. Зима была отвратительно пасмурной. Ладушки.